Два года назад мы с моим партнером по бизнесу решили реализовать такой амбициозный проект и построить самый современный не только в России, но и в Европе, возможно, в мире лакокрасочный завод. Мы уверены в том, что это предприятие самое экологичное и безопасное для окружающей среды и для людей, которые на нем будут работать. Мне хотелось бы сказать большое спасибо администрации Тверской области, которая наш проект поддержала, поверила в то, что это возможно. И сегодня мы видим, что проект практически готов. Я занимаюсь шестиконцевыми мотогонками и считаю, что это очень помогает и в жизни, и в бизнесе, потому что помогает какому-то выходу эмоций, адреналину, и гораздо легче работать. Я всегда убеждаюсь в том, что чем больше делаешь, тем больше успеваешь. На самом деле, главное как-то уметь распределять свое время. И мне вообще интересно жить. И жить насыщенно, поэтому так получается, что и семья, и преподавание, и работа, и бизнес – все вместе. Самое главное – это вера в себя, вера в партнеров, людей, с которыми работаешь, и вера в нашу страну, потому что я не сомневаюсь, что будущее у России великое, и мы хотим сделать маленький вклад в то, чтобы это великое будущее состоялось как можно быстрее.